Дербентские стены получат новый облик. В городе стартовал фестиваль уличного искусства. Художники, приехавшие в Дагестан из разных мест, изобразят на стенах многоэтажных домов различные сцены из жизни мастеров традиционных дагестанских промыслов. К примеру, на одном из домов рядом с мостом возле проспекта Агасиева художники изобразят девушку в национальном дагестанском наряде, занимающуюся ковроткачеством. Этот современный тренд придаст оригинальный вид стенам старых домов, а городу новый облик.